Здравствуйте, это мой сегодняшний пациент, черепашка очаровательная, долгожитель, скажем так, ей 44 года. Обратились с жалобами на отечность задних конечностей, на отечность передних конечностей, плюс обильное разрастание рамфотехи, если вы видите. Ситуация в чем? Это довольно плачевное состояние для такого возраста и такой черепахи. Подозреваем у нее почечную недостаточность. Сейчас будем отбирать кровь, анализы смотреть. Но, как правило, по клиническим признакам именно это заболевание тяжело лечится у них. Поэтому пожелаем ей удачи.